Я тече на кратку. Там и горы. Там горы, там горы, везде горы. А я речу на кратку. За что саму Македонию? Почему я в Македонии? Почему я в Македонии? Вот поэтому тоже мне надоедает. Не устаешь от такого пейзажа никак. Но я хотела сказать, какие люди. В чем и разлика между Сербией и Македонцами? Удушевленностям, стварно. Я, конечно, под большим впечатлением именно от македонцев. Но это хорошее впечатление, в отличие от сербов, которые другие люди, совсем другие люди. И это очень, очень сильно чувствуешь, когда приезжаешь, например, из Сербии в Македонию или из Македонии в Сербию. И это контраст очень заметен. Македонцы очень аккуратные такие люди. Сейчас, как мне сказали, это такая реклама Македонии, но это правда. Они очень деликатные. Они такие все, ну да, пожалуйста, если хотите, берите, стройте мечеть, что хотите, делайте. Главное, чтобы вам нравилось. Главное, чтобы вам было удобно. А мы так с краешку. Как делают серби? Серби говорят: ай да бре, бежи одавда, ша ты ставил си он свою торбу ту. Ай да бржи, ай да наполи. И вот даже манера говорить такая. Добре дойдете, повелике. Тихо-тихо так говорят вот здесь. Сербы это. Айда брошатся, бре. Вот это вот. И вот этот вот контраст, он так заметен. Если македонцы будут осторожно, не хотим вам мешать, пойдемте. Вот сейчас сегодня женщина провела по этим горам, хотя и не просила. Она сказала: пойдемте, покажу, как здесь красиво, все вам расскажу, как называется каждая гора. Как здесь, вот что здесь есть, пойдемте, посидим, посмотрите, мы пошли, почему нет. И все так аккуратно, так, не хочу вам мешать, нет, ни в коем случае. Сербы делают, сербы это те, кто мешает, а македонцы это те, кто говорят: хорошо, хорошо, располагайтесь, как угодно. Сербы будут подходить, брать то, что им нужно, убирать то, что им нужно, там, курить в общественном месте. Ай, да брось, что ты, брать, что с тобой? Это все нормально, вообще. А македонцы будут говорить, глаза опустят так спокойно. Да, 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 да. Да, все хорошо. Ничего. Оставайтесь тут. Вот такая разница, такая манера. Ну, понятно, как и это заметно вообще по образу жизни. То есть, если сербы такие достаточно агрессивные товарищи, и просто так не позволят себе джамию построить или что-то подобное, по крайней мере, в Белграде, постоянно митинг. Здесь говорят, уже здесь построят джамию, хотят. И они не против. Уже гостевар захватили. Половина Скопии албанская. Пожалуйста. Нам и так хорошо. Мы вот здесь вот в уголочке поспим, и все будет прекрасно. Вот поэтому македонцы вот из-за вот этого вот характера, такие мирные, спокойные, они из-за этого фактически теряют всю страну. Постепенно, и даже не постепенно. Это их большая беда, вот эта вот мягкость, вот этот характер. Это очень, очень классно, это так, так приятно с ними общаться, они такие деликатные. Но ноль агрессии, но это им и мешает вот именно политически. Зря они, конечно, отделились от Сербии, потому что Сербия была как двигатель, как войницы. А защищали, по крайней мере, свою территорию Югославии. А македонцы, они такие спокойные очень.
это их плюс очень большой именно с человеческой точки зрения. И с точки зрения политики и страны это катастрофа. Вот. О-о-о, тут что-то пилят. Ну, по крайней мере, можно посмотреть, как они здесь живут. Кратере в этом. Сейчас я пойду еще к монастырю подойду. Уже вечер будет. Пойду погуляю. Показала, рассказала. Чао.